Кинотеатры «Искра» по-прежнему радуют зрителей не только самыми важными премьерами мирового и отечественного проката. И в эти дни здесь показывают фильмы, которые можно посмотреть в том числе и всей семьей. Начало года – время подведения итогов. Сделали это и в кинотеатре «Искра». Руководство учреждения отмечает, что популярностью у зрителей в равной мере пользовались и отечественные фильмы, и зарубежные. В прошлом году приблизительно состоялось около 60 премьер. Общее количество людей было более 6 тысяч человек. Практически по статистике было 50 на 50 зарубежного и отечественного кино. Люди ходят на все. В настоящий момент в кинотеатре идут фильмы, которые активно продвигаются в средствах массовой информации, а потому их названия известны потенциальным зрителям. Это комедия «Непослушник», где в главной роли снялся известный актер Виктор Харьяк. Мультфильм «Мы монстры» и военно-историческая драма «Мария. Спасти Москву». Посмотреть «Поколение детей» можно «Мы монстры», да, мультик от студии Disney. Для молодежи и людям постарше можно и «Непослушник» посмотреть, и также «Мария. Спасти Москву». Кроме того, перед первым сеансом по субботам в фойе кинотеатра «Искра» проходит игровая программа «В кино с клоуном Алексом». Прекрасный способ разнообразить досуг детей. Прибавьте к этому демократичные цены, которые ниже, чем в больших кинотеатрах, и получите идеальный рецепт отличного развлечения.